Зовут меня Александр Попов. Я являюсь заслуженным тренером. Сегодня мы разберем подхват по две ноги. Захват. Очень внимание уделяем этой руке, потому что ручку надо отключить. Захват берем чуть ниже и отключаем локоток. Правой ручкой мы берем пальчик, просовываем, чтобы у нас получилась такая ниточка. Куда мы потащили, туда он пошел, чтобы захват был плотный. Дальше мы его выводим на мизинец в сторону под 45 градусов. Так, чтобы его ножка эта приподнялась. На эту ножку пойдет наша нога. То есть мы вывели, ножка идет на его ножку. Скручиваем, прижимаем и выводим. Работа ножек очень важна. Немножко такое пружинистое движение. Мы как бы вверх вытягиваем руками. И ножки выпрямляются. И задняя нога ставится за него. Это важная работа. Прижать, вывести. И на свободное место поставить ногу. Работа правой ножки. Мы вывели его. И эта ножка идет вдоль него. Носочек вытягивается. Не сюда задираем. А ножка идет вдоль него. И убирает ножки в сторону. Основные ошибки при этом приеме – ручки не вытаскивают. То есть мы подворачиваемся, партнер остается сзади. Естественно, он может контрить назад. То есть наша задача – его вытащить на носочек, на правую ножку. Не просто на две даже, на правую ножку. То есть если мы вытащили его вперед даже и подвернули, все равно можно улететь. Наша задача – вывести его на эту ножку. Скручивающим движением вывести на эту сторону. И тогда нога идет за себя и партнер улетает. То есть руки, ноги. Правильная постановка ног. Выведение сначала из равновесия. Правильно вывести его. Постановка ног и партнер. Что-то не срабатывает, это уже ошибка. Опять же, используя край ковра, когда партнера мы выпираем, он, естественно, идет на вас. То есть, и вот за счет этого движением, иди на меня, мы используем этот бросок. Он очень эффективен. Ситуация, опять же, у края ковра. Партнер знает, что я делаю подсечку в темп шагов. Я его заставляю выходить. Он движется сюда. Движется, но он упирается. Центр тяжести переносит на эту ногу сюда. То есть туда у меня подсечка уже не пойдет в темп шагов. Для этого я уже вывожу его в эту сторону. Сегодня мы разобрали подхват по две ноги. Хара и Гоши. Подписывайтесь на канал Бладный Свет. Оставляйте комментарии и улыбайтесь. Подсечку в темп шагов и разберем ее по частям. Прием делается акуриаши барай. Задача главная – приведение двух ножек, соединение их вместе. Для этого